ертегілердің аттары бар міне, балалар көрдіңдер ма? Ежегодно в летнее время в библиотеках города проходят интересные мероприятия для приобщения детей и молодежи к чтению. Одна из таких литературных ярмарок прошла в филиале номер 1 централизованной библиотечной системы города Темиртау. Все мероприятие прошло под девизом «Лето с библиотекой». Цель данного мероприятия – привлечение в библиотеку новых читателей, подростков и детей. Так сказать, популяризация чтения среди молодежи. На мероприятии будут различные викторины, игры, литмобы и флешмобы. Участниками мероприятия стали воспитанники детского дворового клуба имени Нуркена Абдирова, а также дети из соседних дворов, которые увидели ярко украшенную площадку и увлеченно играющих детей. Всем присутствующим предлагали ответить на вопросы литературной викторины, ознакомиться с книгами, поучаствовать в шахматном турнире и сыграть в различные подвижные игры. От посещения библиотеки у детей остались только положительные эмоции. Мне мероприятие очень понравилось, интересно. Мы немного почитали, сыграли в игры. Мы играем здесь и получаем призы. Напомним, централизованная библиотечная система Темиртау включает в себя 6 филиалов. Один из них находится в поселке Актау. В каждой библиотеке хранятся несколько тысяч книг. В филиале номер 1, например, 42 тысячи экземпляров. Сейчас здесь проводится ремонт, чтобы читателям было еще комфортнее проводить время в библиотечных залах. Кристина Кириченко, Игорь Евстигнеев, Максим Ломакин. Новости Темиртау.